как у нас здесь весело. Ага, ага. Все, Ира, потом подожди. Крыша упадила. Ну, то выскочили, там сказали, мы выскочили. А закрой, скажи, пожалуйста. Да, да. Оно же, наверное, в городе горит. Да, оно в городе там горит. А вы хозяйка, да? Нет, хозяева, это мы, это дядя, это племянник, племянница наша живет здесь. А здесь был кто-нибудь в момент попадания? Нет, на сегодняшнюю ночь, вот именно что, мы обычно мы здесь всегда ночевали, а сегодняшнюю ночь мы вообще не это самое, не проезжали сюда. А что это за здание? Это кухня летняя. И взорвался баллон, да? Ну, кто знает, или баллон, ну, там или воронка, там оно, там воронка, там оно и прямое попадание. Оно прямое попадание снаряда, а потом уже и баллон. Потому что воронка они... посередине кухни? Да, да. У нас уже были сараи, там это, окна. Все. Потому что они же уехали, все же подсоединяли, тут же ж никто не жил. Мы так наведывались и все. Вот, тут же ж никто не жил. А что ж оставить, тоже страшно. Они убрали, вот результат. Вот результат. Уже три раза уже это сюда. Ну, два, это уже третий уже точно. А вон баллон разорванный, да? Как спали, так вылезли. Мы тоже в подвале спим же, у Зайцева. Там вообще вылезли полтретьего с ночи с подвала. Только заснули, звонят, что... Мы на машине сюда бегали. Вы дома находились в этот момент? Никого здесь не было, да? Как раз мы 4 часа вечера уехали. А здесь у вас было что-то, да? Или... А тут за сараем был. Это их не все. Сарай, туалет, душ, будка собачья, тут все. Собаку, говорит, спасли, люди побежали.